Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй. И сегодня, ребята, продолжаем играть в игру City Mania. Так, донат, естественно, нам не нужен. Даже проходим мимо. Опа-на, тут какие-то у нас подарочки. Маленькая электростанция меня вдохновляет. Дай пятюню, лови. Так, ты мне дал $1. Спасибо тебе, мужичок. Так, что тут у нас? Ага, казна нам выдала немножко денег. Так, Форус Ментли. Если вы желаете моей благосклонности... Ага, металл тебе нужен. Ну что ж, лови. И что тут получается у нас? Всего 2 очка репутации. Этого мало, ребята, этого очень мало. Так, тут у нас какие-то курочки, семечки сделались. Сундук опять. Смотреть видео. Ну давайте глянем. Получим посылочку. Ну что же, так. И что нам выпадает с нее? Давай. Пила. Так, и один из человечков. Ну что же, неплохо, новосел. Но он еще не открыт, так как мы полностью не насобирали нужное количество карт. Ух ты, какой злобный-то там. Какие-то монахи. В общем, должно быть прекрасно. Так, тебе нужно 5 дерева. Ну-ка, лови. Да какого лишего-то? Ты всего одну очку репутации. Да я так, ребята, обанкрочусь. Давай им. Ух, сколько тут везде всего, а. Каждый что-то у меня просит. А это что за кинотеатр тут у меня? С какого? Колесо фортуны. Ну что же, давайте, наверное, ребята, глянем с вами видео. И уж больно сильно мне хочется его крутануть. Ну а другого выхода нету. Жетонов у меня нету. Или он только за видео? Ну давайте. И что же нам выпадет с вами? Очень сильно хочется мне узнать. Дайте что-нибудь полезное, ребята. Ну. Да. Что это интересно за баллончик с краской? Ух ты! Ну, неплохо. 300 золотых. Это, по-моему, лучшее, что здесь могло выпасть. Так, сердечко. Почему-то с галочкой. Так, заказываем. Металл нам пригодится, ребята. А здесь дерево сделаем. Так вот. Так, а вот сюда курочку. Курочку. Что это вообще непонятно такое? Курица или комбикорм для кур? В общем, пока мне этого непонятно. Так, биржа у меня стоит, стройплощадка. Я могу построить еще 3 дома, по идее, да, ребята? А из фабрики у меня ничего не доступно. Так же, как я понимаю, из учреждений. Да, они открываются по мере роста моего города. Пока ничего не доступно. Так, численности 1700 в городе. 8 домов, 12 домов. Посылки 3 открыть. Задания-то, в принципе, какие-то не те. Ну-ка, апаемся. Отличненько, ребята, поздравляют. И мы получаем с вами 7 уровень. Отлично. И сундучок получили. И глянем, что из него нам выпадет. Так, бумага туалетная. Так, вот уже что-то интересненькое. Замечательно. Ой, ребят, не хочу. Так, ладно. Постройте в городе гастроном. Гастроном. Интересно. А... Или откройте... А, ну я открыл. 3 посылки. Так, что здесь у нас такое? Ага, гастроном. Все-таки у нас открылся гастроном, ребята. За уровень, то, что мы получили. Давайте его вот сюда поставим, наверное, да? Самое будет то для него. И все. Еще одну посылочку получил. Ребята, что-то везет мне на посылке. И на этот раз что? Отвертка, пожарник и какой-то, не пойму, электрик, что ли? По крайней мере, у него на шлеме была электрическая молния нарисована. Ух ты. Да. Да, ребята, что-то... Кстати, ребят, я почитал описание игры, что они там в дальнейшем хотят сделать. Ну и в дальнейшем они хотят ее очень глобально развить, эту игру. Так что будем ждать, смотреть, что у них из этого получится. Гастроном, это как раз то, что нам нужно. Теперь все пойдет как по маслу. И давай пятюню. Вот так вот, молодец. Такой толстый пожарник и почему-то толстенький. Должен быть в форме, братишка. Тебе же бегать, пожары тушить. 1250 у меня денежек. Естественно, мы проапаем. Так. Какой городок, какой домик получается. Ух ты, ребята, ну уже что-то. Это тебе все-таки не трейлеры. А здесь нужна у нас, ну,
не знаю, неохота, честно говоря, мне тратить. У меня 71 доллар всего лишь. А денежки здесь не особо жалуют тебе давать, поэтому будем экономить. Вау, больше и лучше. Я еще получил сундук, элитный какой-то. И что мне дадут? Пассатижи. Ага, пожарник. Вау, я получил новосела, ребята. Марина Сифонс. Золотая рыбка, плавунья, моя лучшая подруга. Когда рыбка двигает плавником, я представляю, что она машет мне. А кто ты вообще такая, а? Эпический специалист водоочищения? Так, ребята, это знаете, что означает? А у меня есть водоочистительные сооружения или нету? Я вот что-то не припоминаю. По-моему, должны быть. Да или нет, все-таки не помню. Так, ресурсы у меня насобирались. Да, и хочу сказать, что в ресурсах я, ребята, ограничен. Видите, да, наверху коробочка стоит, на ней написано 15-40. 40 это максимальное количество предметов, которые я могу носить, а 15 это то, что у меня уже есть с собой. Ну что же, давайте-ка, так, подождите. Надо немножко приловчиться, понимаете, здесь можно управлять, приближать, отдалять и все. На мобильнике, когда я играл, все это делается двумя пальцами. Мышкой здесь довольно-таки проблематично все это сделать. Немножко неудобно, конечно. Ну ладно, придется пока делать так. Фабрика, почему ты у меня простаиваешь, а? Это не дело. Здесь еще 6 минут будет готовиться. И сюда влепляем. Замечательно. Блин, хочу новоселов, хочу как можно больше людей. Так, здесь можно тоже построить этот. Болтики, не знаю, куда они нужны, но я думаю, пригодятся нам в дальнейшем. Естественно, будем апать этот домик. Что на этот раз у нас получится? Ну давай, 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 не томи. Ух ты, неплохо, неплохо. Так, мне какой-то подарочек там опять, да, прислали? Дом на колесах, это просто чудо. Чья-то жизнь здесь точно будет счастливой. И очередная пятюня. Мне такое ощущение, что это его дом на колесах, поэтому он так сильно радуется. Так, дерево, только лишь дерево успело сделаться. Смотрите, как, да, машина едет. Оп-оп, развернулась и поехала. Односторонние, как сказать, не односторонние, а больно ущербные у меня дороги. Так, ладно, ребят, давайте мы с вами будем делать новенькие дома. Так, я могу построить 3 стройплощадки. Нам, в конце концов, нужно развиваться. Нужно, чтобы к нам приходили новые люди и наш город процветал. Вот здесь, я думаю, наверное, или вот здесь поставить. Блин, нужна будет дорога, естественно, к этому домику, иначе он не будет активным. Давайте, наверное, сюда поставим. Так, великолепно. Я еще могу построить. Давайте вот тогда... Вот так вот сделаем. А этот не помещается у меня. Ладно. Я их что, не могу ничего сделать пока? Да, не хватает у меня немножечко ресурсов. Хотя сейчас, может быть, уже и вполне хватит. В общем, сейчас посмотрим, ребята. Делаем, как обычно, очередной заказ. Так, что тут тоже у меня? Это все гуляет, наслаждается жизнью. Курочки делаются. Маленькая электростанция. Никого на нее не могу поставить. А где же у меня водоснабжение? Ведь должно же быть. Так, дом на колесах. Тоже не... Представьте, да, ребята, дом и пустует. Ага, вот у меня водонапорная башня-то. Иди-ка сюда, родная моя. Немного увеличивает производительность здания. Ну, в принципе, меня это радует. Пускай будет у меня, как говорится, водоснабжение везде, чтобы люди не плакали. Морковка. Так, а вот здесь, что это такое? Что это за... Это что за персонаж какой-то? Глюканутый, что ли? Или просто размазанный получился? Ух, дерево довольно быстро делается, да? И это хорошо. Давайте сделаем очередной заказик. Так, поленья нам всегда пригодятся. Курицы еще 3 минуты будут лепиться. Пока мы будем с вами на деревяшках сидеть, потому что, я так понял, они везде нужны. А вот наш первый ап домика. А здесь нужно 2 доски. И, ребята, мы с вами переходим на 8 уровень. И нам дали торговые площадки, парк с садом. Торговая площадка открыта. Разместите свои товары, чтобы хорошенько заработать. Ага, ну и где же она у нас? Вот.
Так, здесь вы можете выставить на продажу ненужные предметы, установите цену и запустить рекламу, тогда ваш товар увидят другие игроки. Когда предметы распроданы, нажмите на монеты, чтобы собрать их невероятная прибыль. Так, это в принципе мне все понятно. А что я могу выставлять на продажу? Говорят, поблизости находится много других городов. Чтобы установить с ними крепкие связи, рекомендуют вам включить службу геолокации. Ну, я включил. А как мне теперь выставить так? Вот. И что же я могу продать? Нет, ребят, я пока не вижу в этом надобности, так что не будем пока ничего продавать, а будем с вами лучше что-нибудь строить. Так, у меня же еще одно здание какое-то открылось. Госучреждение. Ну, а какое? Биржа труда у меня стоит, казна тоже есть. Поэтому, ребята, вы что-то меня здесь обманываете. В коммерции. Так, магазин хозтоваров, гастроном. И на этом все, да? Хотя тут елки-палки сколько. Бутик, магазин игрушек. Неплохо. Так, банк, страховая компания. Елки-палки, детский сад, библиотека, школа, колледж. Ядрить его на корень. Тут обалдеть можно, сколько всяких построек. Большая станция очистки. Нет, ну это нам пока все не нужно. Нам надо, ребят, что-то делать, развиваться. Но ничего не дают толкового. А знаете почему? Потому что слишком мало звезд. Так, тут еще 1,5 минуты ждать. Вот так вот. Здесь все у меня загружено по полной программе. Сердечки. Сердечки-то понятно. Они всю репутацию. Так, подождите, а почему у меня вот этот домик в зоне... Горожане не чувствуют себя в безопасности, так как здесь нет пожарной станции. Пожалуйста, постройте ее. Ну, давай построим. А куда ее поставить, а? Куда? Ага, она здесь вмещается. Как раз, наверное, тут и будет у меня стоять. Ну, что же вам опять тут не нравится теперь, а? Вот какие-то вредные соседи. Соседние предприятия сильно загрязняют территорию. Жильцы этого дома очень недовольны. А какое предприятие вам грязнит атмосферу, я не могу понять. Странно, что-то ты там, дедушка, наверное, попутал. Я никаких... наверное. Ё-моё, да, ребята. Я поставил домик не там, где надо. То бишь, он их, видите ли, отравляет смоком. Ну и что вы предлагаете сделать? Так, сколько ты мне дашь? Опять одно очко ты всего дал. Блин, я на тебя потратил комбикорм, а ты всего одно очко. Нечестно, нечестно, Фэнли. Так, тут заказано у нас. Будем делать деревяшки. Что же мне, ребята, делать с этим домиком? Так, 7 секунд. Сейчас уже, в принципе, сделаются. Осталось немножко подождать. Ну и куда мне тебя перекинуть? Сюда? Будешь здесь стоять? Ну, как-то не в тему немножко, да? И тогда получается, что... Это здание тоже получится в зоне загрязнения. Так, деревяшку поставили. Ну, по крайней мере, здесь еще никто не живет. Незаселенный дом, поэтому можно немножко подождать. Так, а здесь у нас что? Капуста и мясо. И ничего я не могу сделать. Не хватает, как обычно, ингредиентов. Так, здесь у меня хоть чем сделано? Нет, ничего нету. Недоступно. Выставить на продажу. Ну, давайте попробуем выставить. Так, деревяшку. Ну, почему-то я сомневаюсь, что ее кто-то купит. Кому она нужна, когда ее тут элементарно можно самому сделать. Ёлки-палки. Вы смотрите, это, ребята, все доступно будет за звезды. У меня пока 3 звезды всего. А вот как копить звезды, вот этого я пока еще не допонимаю. О! Курочки сделались. Давайте, наверное, семяна и... Давайте еще семян. Семечек, потому что у нас нету. Так, здесь нужно 2 доски. Здесь нужна семечка. Да что ж ты будешь делать? Здесь опять доска нужна. А здесь тоже все упирается, значит, теперь в доски. А где у нас делаются доски? Так, может быть, заказать бифштекс этот? Что он будет делать с этим бифштексом? Кушать его или что? Я даже не знаю. Так, ну и пока отделение производства. Я пока здесь ничего не могу сделать, кроме как вот дома. Видимо, мне нужно застроить город домами, чтобы я как-то начал продвигаться дальше. Это, видимо, все зависит от развития. Так,
У каждого здания должна быть дорога. Да понятно, сейчас мы вам сделаем. Ну, здесь хоть можно проапать. А сюда опять две доски. И с каждым новым домом, ребята, я заметил, что с каждым новым домом мне все больше и больше нужны разные виды ресурсов. Вот так, я думаю, им достаточно будет, да? Все. Успокойтесь, дорога у вас есть. Ну что же, в данный момент все упирается, ребята, в ресурсы. И мне они нужны. Так, болтики тут приготовились. Закажем еще одну досочку. Да, доски делают все слишком долго. Можно, конечно, это все ускорить за счет долларов, за счет денег. Ну, я еще раз повторюсь, что их здесь не особо жалуют нам давать. Это здание далось нам нелегко, но городская квартира превосходит все ожидания. Пятюню и 150 золотых. Великолепно. Денег, конечно, маловато дают, но, думаю, пока нам хватит. Ну, а ты что? Тебе нужно дерево. Ну, давай дадим тебе дерево. Сколько ты мне дашь репутации? Ну, 2 очка, уже хоть какой-то прогрессик. Ладно. Так, эти у меня все тут гуляют, машинки ездят. Нужна доска. Здесь 2 доски. Жаль, что я не могу построить... Ох, давайте расширим себе. Отлично, ух, теперь у меня тут есть где разгуляться, ребята. Но опять же, все упирается в ресурсы. Как вы понимаете, что их нужно очень много. Жаль, я не могу сделать, ребята, еще одну фабрику, например, по производству дерева. Для этого нужны очки. Так, на 4-й звезде мне дадутся средняя фабрика. И я думаю, что это... А что фабрика у нас дает вообще, а? Ну, наверное, какой-то престиж нашему городу. Но пока я не смогу его получить. Так, давайте будем смотреть дальше. И это и нужно семечек. И здесь нужно семечки. Здесь досок не хватает. Что ж ты будешь делать, ребята? Такими темпами мы очень долго будем развивать свой город. Ну, не хочу я доллары тратить, поверьте мне. Они потом будут, скорее всего, нужнее. Так, последняя стройплощадочка у нас осталась. Давайте куда-нибудь в благоприятную зону. Вот сюда, наверное, поставим. Потому что там у нас чистый смог. И они будут, как всегда, плакать, что загрязненный воздух, жить им плохо, и начнут уходить. Ну-ка, где-то у меня, что тебе нужно? Тебе нужна доска. И я не знаю, ребята, что мне лучше делать. Привилегии, то есть давать своим новоселам доски, чтобы они мне делали репутацию. Или все-таки развивать свой город. Если кто знает, ребята, отпишитесь в комментариях. Я буду прислушиваться к вашему мнению и благодаря ему развивать свой город. Ну и надеюсь, что вы тоже в эту игру играете. Ну, если не играете, то тогда хотя бы можете смотреть, как играю в нее я. Не скажу, что я буду слишком часто играть ее за компьютером. Я, наверное, более буду проходить на мобильном телефоне. Но самые такие плюшечки буду все-таки проходить на компьютере. Так что будем смотреть, как у меня будет все это потихонечку развиваться. Так, что у меня тут? У меня еще очень много кого нету. Но я их хочу получить всех. И элитных, и простых. И опять же все упирается в ресурсы. Я сейчас просто в тупиковой ситуации, ничего не смогу сделать до тех пор, пока у меня не изготовятся элементарные доски. Так, а что тут? Да, я чувствую, надо, ребята, отказываться от этого, наверное, объявления. Как вы думаете? Потому что, ну что она будет висеть? Никто эту деревяшку покупать не будет. Да, уверен. А можно попробовать выставить, ну, например, вот, или пилу, или клещи. Мне кажется, они быстрее пойдут в путь. Так, давайте только немножечко цену снизим. Хотя бы вот так, нет, немножко. И теперь, я думаю, вполне можно будет ее продавать. И надеюсь, что кому-то клещи нужны. А нужны эти материалы, ребята, для расширения своей территории. То бишь, там надо где-то клещи, где-то пила, где-то туалетная бумага. В общем, на каждое улучшение, не улучшение, а раскрытие, как бы, дополнительной территории нужны определенные виды ресурсов. Так что думаю, что клещи подойдут как нельзя кстати. Так, из фабрики. Вы смотрите, как оно у меня коптит, а? Ребята, все у меня тут закопчено.
Нельзя, чтобы здесь стояли у нас дома. А магазины, там гастрономы, это все, я думаю, можно. Особого, как сказать, дисбаланса они не приведут. Общественный сад, обалденное здание, да? Садовый магазин, мебельный магазин, спорттовары. Ух, зданий, конечно, здесь очень и очень много. И я так понимаю, что каждое здание еще апается при этом. Ух, поэтому будет дальше очень весело. Ну что, что-нибудь у меня тут готовится? Ага, смотрите-ка, здесь я уже могу что-то сделать. И какой у меня на этот раз получается домик? Ё-моё, ребят, я получаю 9-й уровень. Центр занятости. Занятости у меня открылся. И получил 5 долларов. Центр занятости открыт. Отправляйся туда, чтобы отправить новоселов на задание. Ух ты, вот это, ребята, что-то новенькое. Так, где вот он у меня, центр занятости? Ну, давайте посмотрим. Каждый день появляются новые задания разной сложности, за которые можно получить различные награды. Так, ну, начнем, давай, например. То бишь, это я смогу... Ага, за редкими предметами отправляться. Используй бонусные усиления для новосела, чтобы повысить шансы на успех. Так, ага, бонусное усиление. Шанс 95%. Довольно неплохой шанс, но будут целый час они мотыляться у меня. Так, и что? Забрать уже так быстро? Ну давай заберем. И что тут получается? Удачно! Ух ты, он сразу вырос у меня. Нажмите, чтобы остановить колесо. Ага, значит, я сам здесь должен нажимать. Ладно, давайте нажмем. И получаю газонокосилку. Ну, я думаю, она лишней у нас не будет. Выполняйте задание новоселов. Заходите в центр занятости каждый день и проверяйте задание новоселов. Попробуйте подобрать улучшения для новоселов и своей команды, чтобы повысить вероятность успешного выполнения задания. За успешное выполнение задания вы получаете ценные награды и так далее и тому подобное. В общем, я понял этой суть. Так, а вот здесь, наверное, ребята, у меня нет таких книжек, поэтому давайте так сделаем. 9 минут, ну это уже что-то. А здесь, если поставим мы, например, сколько даст? 88%. Это уже лучше. Иногда я удивляюсь даже сама себе. Так, ну у меня тут еще много кого можно отправить, но не хватает новоселов. 58%, это, конечно, слабовато. Ну, вроде бы все, я всех отправил, больше у меня никого не осталось. Только остается ждать и надеяться, что у меня все пройдет как нельзя хорошо. Так, а здесь, ага, мне не хватает одной газонокосилки и двух отбойных молотков, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, давайте, вот так. Есть, я еще расширил свою территорию, и меня это радует. Так, одна доска есть. Ставим еще одну доску. И теперь... Так, а что у меня здесь? Госучреждение. И что же я могу построить? Да у меня же есть казна и биржа есть. Почему вы мне ставите галочку? Может быть, их можно две поставить? Нет, нельзя. Интересно, а почему же тогда отмечается? Ладно, этого нам не дано знать. Может быть, какой-то баг небольшой? Так, одну доску он просит, да? И что ты мне дашь? Сколько репутации? Одно очко. Я, кстати, до сих пор не могу понять, что дает вообще эта репутация. Ну-ка, что у меня там с домиком? Какой домик у меня выйдет? Не вижу ничего, ага. Маленький небольшой крестьянский домик. Ну что же, это хорошо, ребята. Ладно, продолжаем с вами играть в игру. Кристаллы. А, минералы. Давайте закажем, наверное, минеральчиков. Так. Ёлки-палки, 20 минут будут изготавливаться, а почему так долго-то? Так, ну главное, что еще одна доска у меня есть. Так, а по-моему я за доску могу где-то еще сделать ап, да, если я не ошибаюсь. Так, тут 23 секунды осталось. Ага, вот, я же говорил, что можно что-то себе проапать. Так, еще одно здание, и что получаем? Как минимум 5 зданий в городе. Я выполнил это задание. Так, 1625 у меня население города. 100% веселья, или как там сказать, удачи. Так, фабрика. И где фабрика у меня? Маленькая... маленькая ферма. Ёлки-палки, ребята, она загрязняет воздух. Ее надо ставить где-то здесь. А сюда я не могу влепить. Вот если только сюда.
3000 стоит. Ёлки-палки, у меня деньги тают как снег. С обалденной скоростью. Ладно, и что мы здесь сможем? Так, семена заберем. Ага, ну что же, теперь будет немножко побыстрее у меня все развиваться. Все-таки и там семечки, тут корм. Так что все хорошо. И я смотрю, тут у меня Форест Ментли. Он все у меня просит. Ну давай, давай, хотя бы до 10-то подними мне репутацию, а. Ну что ты, ни в какую не хочет, жадный слишком. Так, а здесь нужна семечка. Здесь капуста, блин. Да, капусты у меня еще пока нету. Слишком много ресурсов она требует, если не ошибаюсь, там две семечки или даже два корма. Дорожку, дорожку давайте вот здесь, наверное, протянем, чтобы они могли наслаждаться и ходить. Так, отлично. И вот сюда вот, нет, подожди. Вот не так я хотел немножко сделать, да ладно. Проехали. Пускай и так, все и так пока нормально. Пускай ездят тачки, народ гуляет, наслаждается жизнью. В моем, кстати, городе. Так, что мы здесь можем сделать? Пока больше мы ничего не можем сделать. У нас все упирается, ребята, в ресурсы. Ресурсов не так уж и много. Посылку я посмотреть не могу. Видео я уже посмотрел. До следующего аж 6 часов ждать. Но зато деревяшки у меня изготовились. Давайте в очередной раз закажем. А здесь, елки-палки, еще ждать и ждать. Слиток золота, уже дали золото. Значит, будет что-то, какой-то крафт, не крафт, а апание здания, естественно, за золото. Ну что ж, дорогие мои, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующем выпуске. А на этом все, всем пока, до скорого.